Ну вот смотрите, на такой резине на повседневку я бы не стал ездить. Эта резина должна быть как третий комплект. То есть как у меня лето, липучка зима. И такую резину иметь только для выезда, для покатушек. Грязь. Ну, снег не знаю. По отзывам говорят, что тормозной путь увеличивается, скользкий. Вот, так что выбирайте сами, смотрите, что вам нужно. Но лично мне сейчас такая резина, я бы себе такую резину не взял бы, ребята. Это, которая называется у нас, смотрите, вот одна из резин Hankook. По протекторам она более-менее как бы и не трассовая считается, и не сильно она грязевая по сравнению с кардианом, оффроудом. Вот посмотрите. Протектор, в принципе, нормальный. Можно и в грязь на ней заехать. А боковые грунтозацепы уже имеются. Ну и по трассе она будет ездить намного лучше, чем вот эта резина. Эта резина балансируется относительно нормально. Ну, просто 16 размера не было. Взял 15 размер. Так, и еще есть резина. Сейчас вам покажу. Вот такой вариант у нас еще резина есть. Тоже называется, по-моему, кардиант. Да, кардиант. Alterrain 215 и в 16 размере. По протекторам, в принципе, тоже все нормально, но бокового грута зацепа нету. Но по грязи, я думаю, будет она ехать тоже неплохо. Я сравниваю с своей резиной, которая у меня установлена. Та чисто будет считаться трассовой. На это, я думаю, уже можно в грязь заехать, и будет она, не будет так сильно замыливаться, при скорости будет она все выкидывать. Так что вот смотрите сами, выбирать вам. Я для себя пока не могу выбрать резину, на что мне поменять. Резина, которую я взял у товарища попробовать, называется Cardiant Offroad. На 15 с дисками я поставил попробовать покататься. Проехал километров на них 50-60, наверное. Что могу сказать? По асфальту. Вот когда едешь 20-30, ну она гудит, ребята, реально гудит. При 60 километрах, как сейчас еду, есть небольшая вибрация передается от этих колес. Поэтому на повседневку, не знаю, я бы, наверное, не стал бы брать эту резину Cardiant Offroad. Посмотрел бы другую. Напоминаю, на данный момент у меня стоит Viaty Bosco, трассовая резина. Но проблема в том, что когда ездим на покатушке, Viaty Bosco трассовая резина, в грязи она не едет, по песку, в принципе, нормально едет. Ну, то есть свои большие нюансы. По Дмитрию за предоставленную им резину Cardiant Offroad. Сейчас я установил свою резину Viaty Bosco. В первых впечатлениях, конечно, автомобиль шума меньше стало. Автомобиль едет намного спокойнее, чем на Cardiant Offroad. Так что Cardiant Offroad резина, ребята, не для каждого дня. Но это лично мое мнение. Каждый выбирает сам. Наконец-то я определился с размером резиной и с выбором резины. Свою резину Viaty Bosco AT, она не предназначена ездить по грязи. Для асфальта это идеальный вариант, ребята. Я остановился вот на этом выборе. Изарда AT2 215 65 16. Она между МТ, и АТ-шкой. Тут идет боковой грунтозацеп. Эту резину я сейчас буду продавать, на этой буду ездить. Но к осени все равно буду брать МТ-шную резину. На этой резине уже можно будет съездить в небольшую грязь, по песку покататься. Здесь уже, видите, как бы двоечка идет. Протектор, зацеп хороший. Смотрите, боковой грунтозацеп есть. Смотрел многие варианты, думал, сравнивал, но остановился на этой резине.
износостойкость вроде как бы хорошая у ней. Матадор из Арда АТ2. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете за эту резину. Протекторы, ну такие, я бы сказал, серьезные. Не замерял конкретно сколько, но изрядно видно разницу. На этой резине я проехал где-то около 5000. И эта резина. Я думаю, что на этой резине на повседневку будет для меня, именно для меня, нормальный вариант. Потому что ездить на АТ-шке повседневке, что-то я покатался, брал у товарища, мне не понравилось. Ну что, поедем переобуваться. Посмотрим, как колеса балансируются. Все вам покажу. Приехал переобуваться в колеса даром. Город Оренбург, Шевченко, 24. Давайте подводить итог между выбором новой, именно новой резины и имея автомобиль Ниву. Если имеешь автомобиль Ниву, трассовая резина, ребята, вам не нужна. Виатти Боско, которая стояла у меня, трассовая резина, вон она лежит, которую сняли, она оказывается очень жесткая. Катался на МТ резине, на Кардианте, в оффроуде. Ездить можно на повседневку, но что-то мне немножко не понравилось. Как третий экземпляр, резину такую иметь надо, конечно. По выбору этой резины посмотрел много вариантов. И на данный момент сейчас еду на ней. Резина очень мягкая по сравнению с Виатти Боско. Даже те же кочки проезжаешь, Виатти Боско всегда било. На это еду, хоть и 2,2 накачали, но вообще изумительно. Мне очень понравилась резина. Хотя проехал километров 10. Первое впечатление. Не гудит. Никаких вибраций нету. Отбалансировалась резина. Идеально. Все, как говорится, в пределах нормы, ребята. Так что мой итог таков. Выбор резины между АТ и МТ я сделал такой. Выбрал Матадор из Арда. На данный момент меня она всем устраивает. Покатаемся, посмотрим дальше. Но третий комплект резины, именно МТ, именно МТ, иметь нужно. Можно, конечно, купить МТ резину дорогую и ездить на ней и днем, и летом, как говорится, и зимою. Но у меня как-то это, ну лично, это мое личное мнение. Меня это не устраивает. У меня есть комплект зимней резины. Теперь комплект есть той резины, в которой можно выехать в небольшую грязь. На ней присутствует боковой грунтозацеп. Я думаю, что на данный момент все будет нормально, ребята. Выбирайте сами. Думайте сами. Посмотрите на мои ошибки, сделайте свои ошибки, ну и потом, как говорится, сделайте правильный выбор. Спасибо, кто смотрели. Мы поедем дальше экспериментировать. Скоро будем собираться в Башкирию. Думаю, что эта резина там себя покажет. Все, ребята, давайте. Всем пока-пока. Спасибо.